Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодняшнее мое видео будет о покупочках с Wildberries. Покупали мы как одежду, так и игрушки для собак. И в основном вся одежда для Моти и для Эвы. Так, ну и давайте мы начнем, наверное, с игрушек. Вот эту игрушку, правда, взяла для Мишки. Это вот такое кольцо, приятная такая расцветка. В виде канатиков, фирмы Пижон. Кстати, она не так дорого стоила, по-моему, всего 301 рубль. Так, но оно достаточно большое, вот если взять по сравнению с рукой. Ну, Мишке нравятся большие игрушки, поэтому он с удовольствием их будет, ну, ее таскать и грызть, чистить зубки. К сожалению, ни размера, ничего не написано. Вот. Так что никакой больше информации относительно этой покупки сказать не могу. Но так, в целом, нам такие канатики и игрушки нравятся. Так, следующее, что я из игрушек взяла, это от фирмы Триол, какая-то новая серия. Ой, забыла взять ножницы, поэтому придется разрывать. Так, взяли мы вот такого вот медведя. По-моему, это серия «Русские народные сказки», если мне не изменяет память. Внутри вот есть пищалка, написано «Косолапый», плюс горшочек с медом. Так, игрушка для собак с пищалкой. Размер 150-180 миллиметров. Так, Мишка косолапый. Игрушка мягкая. Так, стоимость точно не помню. По-моему, где-то 420 рублей. Но мне прям очень понравилось. Я решила взять почти всю такую серию. Единственное, что пока я не увидела... Вот Миша уже пошел. Пока не нашла лисичку. Так, также взяла... Опа, серого волка. Миша. Вот так вот он выглядит. Пищалка у него там, где косточка. Прикольный. Вот мои будут точно его таскать за нос. Ну, и, наверное, за лапки, потому что это самые любимые наши места. Так, тоже 150-190 миллиметров. Состав канва. Изготовлено в Китае. Волк серый. Так, он, по-моему, стоил не то 380, не то 390 рублей. Так, и последнее, что из этой серии я купила... Это был вот такой вот колобок. Ой, как там тут склеено, непонятно. А, вот. Вот такой вот он с канатиками. А, кстати, он туда-сюда ездит. Я этого не замечала. Пищалка тоже есть внутри. Написано румяный. Так, и размер 85 миллиметров на 25. Так, ну вот так вот заявлено. В общем, вот такие вот игрушки в этот раз мы купили. Из игрушек, наверное, это все. А, еще я Аркашке купила вот такую толстовку девчонки. И мальчишке сейчас покажу. Она маленькая. Это размер заявлено M, но на самом деле это S. Вот, она очень маленькая, но вот с таким вот, с такой подкладкой, тепленький. Вот, и я решила, что Аркашке будет просто... незаменимая вещь. Даже по дому вот у нас сейчас достаточно холодно. У нас, кстати, май, уже середина. Но включили опять снова отопление, потому что ночью погода опускается до минус 3. Вот, и днем у нас выше 5 не поднимается. Поэтому стало почему-то холодно. Хотя в апреле мы уже ходили, ну как сказать, в легких курточках и даже в пиджаках. Так, тут у нас Том и Джерри в виде маленьких еще и ребяток. Вот, поэтому взяла. Стоила она 430 рублей. Так, следующее, что я купила, это были вот такие вот футболки фирмы Йорики. Взяла две одинаковые. Взяла размер L, это для Мотьки. Это 100% хлопок, вот с такими вот кружавчиками на спинке. Вот. Тянется. На пузике есть резиночка. Очень хорошо все качественно прошито. Кстати, Йорики — это наше русское производство. Вот, взяла две. Можно на улицу ходить, можно по дому. В общем, качество потрясающее. Кстати, сейчас Мотьку позову, на Мотьку померим. Так, и взяла вот такую маленькую розовую. Это у нас для... Кстати, чуть по-другому сшито. Вот, это я взяла для Анфиски. Размер М. Вот, будем гулять. Либо на улице, либо по дому шлындать. Пошив
точно такой же, только кружева пришиты немножко не там. Ну, в смысле там, но не так, как в серенькой футболочке. Так, следующее. Сейчас я немножко эти вещи отложу и буду показывать дальше. Так, следующее, что я хочу вам показать, это новая... А, нет, давайте со старой. Старая коллекция, это тоже куплено Мотки. Взяли вот такой вот боди, как песочник, такого бежевого окраса, вот с такими вот бусинками. Они, кстати, разные цвета, какие-то перламутровые, какие-то матовые. И тоже вот как бы с юбочкой. На задние лапки можно одеть вот эти вот, не знаю, как правильно сказать, не манжеты, а, наверное, крепления. Вот, такой вот платье-боди нам обошлось в 1400 рублей. Кстати, не помню, вернее, не то, что не помню, даже не знаю, какого года эта коллекция, никогда не видела. А тут чисто случайно вот последний размер на Валберисе появился. Миша, не надо футболочки кушать. Вот это для Матюхи. Ну, если Матюха у меня подрастет, то потом тогда это у нас достанется Анфиске. Хотя Анфиска должна быть побольше Мотки. Так, это у нас, по-моему, тоже старая, ну как старая коллекция. Это, по-моему, осень 2023 года. Вот такой вот костюмчик. Это брали Мотики. Размер М. Кстати, платье тоже размер М. Так, он тепленький. Такой прям хорошенький, тепленький. Размер М у нас Мотька. Вот. И в дальнейшем у нас Анфиска тоже М. Давайте мы, наверное... Кстати, стоил он 1500 рублей. Мотька у нас, кстати, корм кушает. Пойдем померяем, Моть, потом покушаешь. Иди сюда ко мне на ручки, давай. Опа, сейчас, девчонки, вот она пришла. Как всегда, мы по дому ходим в теплых кофточках, потому что она у нас в стрижке. И иногда очень сильно замерзает. Так, отходи, пожалуйста, молодой человек. Миша! Так, давайте начнем с бодика. Мотя, стой, 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 стой. Такая вот она у нас лохудрочка. Время у нас уже 00:30 ночи. Все мы снимаем молча. Мотя, еще рано. Ты еще ничего не одела? Ничего никому не показала? А покушать на ночь глядя нельзя? Уж толстая. Да, уж толстая. Так, вот сейчас мы сразу на лапки задние оденем, вот хвостик. Так, ну, ставь лапку. Вот так вот на ней смотрится бодик. Кстати, М-ка прям ее размер. Наверное, ML мы ей больше покупать не будем, будем покупать М. Ну-ка, покажись камеру как следует. Ну-ка, давай. Вот так вот на ней все выглядит. Ну, кстати, мне нравится. Мне нравится. К сожалению, других цветов не было. Это был последний такой цвет и вообще последний размер. Чисто случайно мы на него как-то вот так вот попали. Сейчас мы померяем комбезик и померяем футболочку. Так, давай, мусорки. Оп. Ой-ой-ой, Моть, не надо камеру трогать. Ой, Мотька сегодня что-то не особо в настроении. Мотя, не шали. Так, давайте с этой футболки начнем. Давай, мордочку засовывай. Мотя. Юк. Ну, хороший ты. Хороший, конечно. Просто Мотя у нас такая, знаете, очень характерная девочка, целеустремленная. Что-то на ней все велико, хотя по длине ее. Надо будет потом посмотреть на розовую эту футболку. Возможно, она ей подойдет. Вот. Но смотрится, кстати, классно. Мне нравится. Или вот тут придется немножко подшить. Тогда будет хорошо. Вот. Очень характерная дама. И если она сейчас надумала, что ей надо есть, то, в общем, все получается не по ее, и она начинает вредничать. Так, сейчас мы меряем костюм. Мотя, давай костюм померяем. Давай, садись. Мотя, тарелка никуда не уйдет. Она стоит. Ой-ой-ой. Так. Ну, пока мы примеряемся, вернее, не примеряемся, одеваемся, да? У нас тут Мишка в кадре, Миш. Нет, лежи, не надо вставать.
Он у нас пришел сегодня попозировать немножко, да, Мишунь? Хороший мальчик. Нет, 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 Миша, нет, целовашки не надо. Я не звала тебя целоваться, да. Я просто сказала, что ты хороший. Так, отходи, Мишка. Так. Давай, давай, ставь лапку. Ставь, ставь, ставь. Ставь, Матюш. Так, ну, М-ка на мотике тоже смотрится хорошо. Единственное, что нам вот объем всегда велик, потому что Мотя у нас очень-очень дохленькая. Очень-очень дохленькая, да, Мотя? Скажи, мама не кормит, я дохленькая. Шутка, конечно, а то подумайте, что правда я ее пытаю, не кормлю. Вот, вот такой вот комбез. И таких еще два мы купили. Однотонный. Взяли вот такой бирюзовый для Эвочки. Так, это размер М. Извини, не хотела тебя обидеть. Это мы взяли размер МЛ. Так, вот так вот он выглядит. Бирюзовый, чуть подлиннее. Прям абсолютно чуть-чуть. Он полностью однотонный. У Мотики такой цветной. Это однотонный. Так, этот тоже стоил 1500. И взяли точно такой же бежевый. Тоже взяли МЛ для и Васика, и Матюши. Потому что у нас все-таки и Матюша, и МЛ носят. Вот они две. Два абсолютно одинаковых комбеза, только разного цвета. Почему взяла два комбеза, да, получается три, потому что, когда ходишь на улицу, они пачкаются, и поэтому приходится порой частенько стирать. А поскольку мы гуляем два раза в день, то вечером порой, ну, например, нечего одеть, да, из комбезов. Поэтому приходится иметь несколько таких комбезов, чтобы можно было спокойно, ну, знать, что вечером у тебя есть что одеть на собаку. Так, следующее, как бы тоже новая коллекция, это уже весна 24 года. Купили вот такой вот комбез, взяли его тоже как на Эвочку, так и на Мотю. Но, скорее всего, для Ивасика. Циферки 92, не знаю, что это у них обозначает. То они с циферками 90 делают, то 14, то 92. Не знаю, если знаете, девчонки, напишите. Моделька унисекс, подходит как мальчикам, мальчикам, так и девочкам. На металлических кнопочках. Так, ML. Так, обошелся он в 1870. Вот, качество хорошее, мне нравится. И вот к такой, а было несколько цветов. Бежевый, бирюзовый, розовый. И еще какой-то, не помню, девчонки. Не помню, врать не буду. В общем, мы решили взять бежевый. Так, и для этого комбеза тоже нескольких цветов. В наличии были вот такие вот курточки. Тоже с номером 92. Здесь, кстати, на шейке есть вот такое вот крепление, чтобы можно было водить собачку без шлейки и без поводка. Сразу зацепить и пойти. Тоже цвета были разные. Куртка мне обошлась 2100. И вот тут вот оно на кнопочках. Можно, кстати, одевать поверх вот таких комбезов. Это у нас ML. Давайте на мочку оденем, посмотрим, как это будет выглядеть. Но курточка ей будет велика. Ей нужен размер M, а то, может быть, даже и ML. Курточка такая прям шуршащая, шуршащая. Так, давай сюда пакет. Давай, давай, давай. Да, мотики куртка велика. Причем хорошо так велика. Единственное, что если какой-то комбинезон по объемнее одеть и сверху куртку, то, возможно, будет смотреться по-другому. Опа, садись. Вот так вот выглядит она. Видно, да, сразу в объеме, что оно велико. В размере рукава велико пройма. Но так, в общем-то, вот единственный выход, это какой-то комбез, который по не такой тоненький, а поплотнее. Так, ну вообще, в общем и в целом, мне нравится. Качество, кстати, очень хорошее. Так, ну эту куртку мы, наверное, оставим Ивасику. В общем, как бы для Ивасика это и было запланирована покупка. Так что у Моти будет все другое. Да, Матюш? Скажу, у нас и так много всего есть. Ну и последняя покупка. Это старая, абсолютно старая коллекция. Не помню даже какого года, потому что тогда я как-то не интересовалась фирмой Лемарджи. Вот.
Извиняюсь за шелест. Почему-то сразу не распаковала. Были вот такие розовые и вот такая вот желтая. Вроде бы есть еще зеленая или салатовая. Это мы взяли размер М. М желтый. Тоже уже была последняя курточка. Взяли ее для Моти. Она как жилетик. Можно тут расстегнуть. Кстати, регулируется и здесь. Вот. Но мне почему-то кажется, что она большевата. Мотя, иди сюда. Иди ко мне быстренько. Иди целоваться. Нет, Миша, ты же не Мотя. Мотя, иди сюда. Ну все, теперь ее не назовешься. Иди сюда. Давай, 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 давай. Молодец. Давай померим еще курточку. И все, я тебя раздеваю, отпускаю кушать. Да? Так. В общем, были еще розовенькие, но, к сожалению, розовые нашего размера не было. Были очень большие, L и XL. Но этот цвет мне тоже нравится еще потому, что когда вечернее время суток или даже днем, когда переходишь, да, эта курточка чуть получше, но объем у нас опять, видите, нам велико за счет объема. А почему яркая? Потому что когда переходишь дорогу или вообще идешь, то на яркие цвета водители реагируют намного лучше, чем на бледные. Поэтому яркие вещи, они, кстати, иногда выручают и спасают в каких-либо ситуациях. Вот, вот такое вот у нас видео в этот раз получилось. Это все покупки, которые мы совершили в этот раз. Надеюсь, наше видео вам понравилось. Вот, хотим пожелать вам всего самого наилучшего, огромного счастья, море позитива, мирного неба над головой, здоровья вам, вашим близким и вашим питомцам. И на этом мы хотим с вами попрощаться, пожелать вам всего-всего самого наилучшего. Всем пока-пока!